Привет, Оскар! Привет! Если вы на канале Оскар ТВ, и сегодня мы с мамой открываем вот такую коробку. Покажи, пожалуйста, что за коробочка у тебя? M&M's! Кругленький M&M's! Ну давай откроем, что же там внутри, интересно? Я не знаю, как открывать. А ты знаешь, что внутри может быть? Нет. А хочешь узнать? Серьезно? Смотри, здесь есть такая вот наклеечка. Ее нужно будет аккуратно открыть. Сейчас мы откроем. И снимем наклеечку, и тогда ты сможешь... Опа! Ну-ка. Наклеечка. Снимайся. Снимайся. Вот как она не хочет сниматься, не хочет прям пускать нас, да? К себе M&M's не хочет пускать. А мы посмотрим, что же там внутри такое есть. Открывай эту коробочку. Ну-ка. И что же там? Открываем. Ну-ка. Еще чуть-чуть, давай, еще чуть-чуть. Чуть-чуть, Оскар, чуть-чуть осталось. Так улыбается эта коробочка. Можно будет ее потом использовать для хранения разных вещей. Для киндриков, например. Да? Ну, открыл или нет? Нет, поможет. Держи нижнюю. Часть нижнюю, крепко держи. Держу. Откручивать будем. Опа! Что же это? M&M's! О, твои любимые конфетки! Гигантская упаковка! Вот такая гигантская упаковка шоколадных конфеток M&M's. И прекрасная коробочка, да? Осик теперь будет в этой металлической коробочке хранить свои игрушки, правильно? Да? Хорошо. Ну что, Оскар? Говори всем пока. Подписывайтесь на мой канал Оскар ТВ. Пока-пока. А теперь эту мордочку к себе на лицо давай. И скажи пока. 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 И ручкой помаши. Пока. Пока, Оскар. Пока.